И в завершении выпуска. Впервые сразу 5 жителей Сургутского района стали финалистами территориального этапа конкурса «Золотое будущее Югры». Они представили по 2 проекта в номинациях «Молодой ученый» и «Менеджер 21 века» и 1 проект в номинации «Специалисты в области социального управления». В последней номинации лучшим стал проект Олега Кошевого, посвященный комплексной реабилитации людей с ограниченными возможностями. По мнению автора, ни одно учреждение Сургута или района до сих пор не предлагает весь перечень услуг, необходимых людям этой категории. Молодой ученый, сотрудник Сургутского госуниверситета, уже около 8 лет работает над методами решения этой проблемы, защитил на эту тему диссертацию. Его проект, представленный на конкурс «Золотое будущее Югры», предполагает создание реабилитационно-оздоровительного центра в Сургуте с расширенным спектром услуг и индивидуальным подходом к каждому пациенту. В рамках безбарьерной среды, да, сейчас строят пандусы, вот, но никто не задумался, что их нужно еще и научить показать, то есть подобрать правильно коляску активного типа, вот, и научить, как преодолевать препятствия. А организуются, например, школы, там, жизнь после инсульта или жизнь после спинальной травмы. Мы будем помогать именно частно подходить в выборе технических средств реабилитации.